знаю сам, услышит весь район, что я в тебя влюблен, и лишь гитары звон уносит по дворам. Всем привет! Ну что, пришло время разобрать новую песню группы «Добро» на гитаре быстро, легко и, самое главное, без баре. Если ты впервые здесь, тогда тебе очень крупно повезло, потому что у меня самый вкусный, четкий, легкий разбор на гитаре. Подпишись скорее, не пожалеешь. Поехали! Итак, вся песня играется на 4 аккордах. Если хотите сыграть в оригинале, то вам надо каподастр на 3-й лад поставить. Я же буду показывать без него, может, у кого-то его нет. Значит, первый аккорд — это ЕМ, второй — Д, третий — С, четвертый — H7. Вот в такой последовательности, ребят, играем всю песню. Что касается правой руки, то я скажу так. Я буду играть разными способами. Вы же играйте так, как вам удобнее. Если кому-то удобнее всю песню вот так играть, играйте всю песню вот так. Если кому-то с щипочком всю песню прикольно играть, играйте с щипочком, ребят. Я же буду показывать по-разному, поэтому вы себе экспериментируйте, пробуйте, играйте так, как вам удобнее. Итак, первый куплет песни надо играть вот таким щипком. Зажимаем аккорд ЕМ и играем 6, 3, 2, 1 вместе. Вот так. Сыграли, приглушили, сыграли, приглушили. Дальше аккорд D. Все то же самое, только бас 4-й струны. Дальше аккорд C, бас 5-й струны. И H7, все то же самое. И так по кругу. Дальше играем вот такой бой. Зажимаем аккорд EM и играем вниз, 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 вверх. Потом D, вниз, 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 вверх, C. H7. И так по кругу. Припев песни можно играть вообще по-разному. Можно играть вот этим боем, что я показал. Можно играть вот таким боем. Да? Вниз, вниз, вверх. Вверх, вниз, вверх. А можно играть вот таким боем с приглушкой. То есть вниз, приглушка, вверх. Вверх, приглушка, вверх. И вот этот рисунок. Один рисунок на один аккорд. Дальше. Ну и второй куплет песни стоит сыграть бочкой. Значит, зажимаем аккорд ЕМ и играем. То есть, нам надо ударить пальцами по струнам вниз, а вот этой частью руки ударить вот по этой деревяшке. Не вот сюда, не вот сюда, а вот по этой деревяшке. Одновременно. С пальцами по струнам вниз. А потом чередуем. Палец вверх по струнам, бочка. Вверх, бочка. Вверх, бочка. И так на каждый аккорд. А потом к этому всему добавляем большой пальчик. Смотрите. Чередуем, да? Вот. Бочка, бочка, вверх, пальчик, вверх. Бочка, вверх, пальчик, вверх. Ну, как-то вот так. И последний бой, который там можно будет втулить, если кому-то на припеве будет очень скучно, прям, смотрите, зажимаем аккорд ЕМ и играем. Вниз, 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 потом вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, и в конце вниз, вверх. Если быстрее, получится вот так. Вот, ребят, это те способы игры, которые я хотел вам показать. А теперь давайте споем вместе, вот это все будем применять. Сначала играем, потом поем. Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем, и пускай не вдвоем, на зло ветрам. В небо глядел, словно в глаза, и на вопросы ответа я ждал. Как же быть, что мне делать, чего ждать от завтра мне? Знаю, время камень точит, но любовь еще прочней. Тут годами не загладить, не привыкну до сих пор, что мы сами потеряли то тепло. А дальше играем припев. Припев песни я сейчас сыграю несколькими приемами, чтобы вы себе выбрали тот, который вам больше по душе. Услышит весь район, что я в тебя влюблен, и лишь гитары звон уносит по дворам. Но я совсем один, по улицам пустым, и в поисках любви куда не знаю сам. Услышит весь район, что я в тебя влюблен, и лишь гитары звон уносит по дворам. Но я совсем один, по улицам пустым, и в поисках любви куда не знаю сам.
Ну и второй куплет сыграем бочкой. По заполненной улице я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделай, что нужно для этого. Жди меня не скоро, и нас укроет город. И если захочешь, то будем до ночи. Снова и снова. И все, что было раньше, теперь уже не важно. Если идти, то идти до конца. Вместе не страшно. А на этом разбор окончен. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, напишите пару слов в комментариях. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал. Я очень сильно хочу серебряную кнопочку. Без вас я не справлюсь. Всем удачи, всем пока.